Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники, гости канала. Моя такая большая дружная семья. Спасибо большое искренне всем за поздравления. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за все то добро, которое вы дарите нам. То есть с вашей помощью, с Божьей помощью мы спасаем, кормим. Выхаживаем животных, это дорого стоит. То есть вы каждый вносите частичку своей души в помощь им, бездомным животным. Сегодня у нас ролик экстренно о сборе финансовых средств на питание. К сожалению, к моему большому сожалению, на операцию клёпи мы не собрали финансовых средств. На картах вы видите, сколько находится денежек. Вот. У меня, к сожалению, в тяжелейшем состоянии Лиса. Двое суток мы уже, я не сплю от слов совсем. И сегодня в 6 утра, когда ребенок чуть не ушел, я просто задал один единственный вопрос Господу Богу. За что? Ну это же ангелы. В отличие от людей, это ангелы, которых Господь нам дает именно на землю, чтобы мы о них заботились, ухаживали. И я просто просила Господа Бога, чтобы Он оставил ей жизнь. И если мы, дай Бог, выживем, то Лису я оставлю себе. Это будет лучший мой подарок на день рождения. Простите меня за слезы. Смотреть на это, как они мучаются, я всегда говорю, либо сразу, либо таких мучений. Эти дети и эти ангелы, они не заслужили. Я задаю всегда вопрос, за что? За что, Господь? Ты же дал их нам, чтобы мы о них заботились. И они не могут так мучиться. Мы такая большая дружная семья. Финансовых средств практически нет. Девушка с Москвы, которая привезла мне маму со щенками, дала мне контакт своей знакомой, где она уже на протяжении второго года покупает хороший корм, достаточно хороший. И мешок корма будет стоить 30 килограмм, услышьте меня, 1950. То есть это совсем ни о чем. Но это очень дешево. Корм просто хорошей фирмы, торговой марки, хороший, но не кондиция. То есть все ее животные, кошки, все сидят на этом корме. Моя такая большая дружная семья. Если мы сейчас перейдем с собачками на корм, то мне это будет намного дешевле. Да, я так еще и не купила солому, потому что нету финансов, потому что питание каждый день. Питания сейчас нету тяжело больных, слава богу. А если бы и были они, то я уже не смогла бы сейчас их спасать, помогать, потому что за Марфушу у меня тоже висит еще долг 30 тысяч в клинике. Ну, то есть вот такое у нас плачевное совсем положение. Но при всем при этом я говорю, я не унываю. Я все-таки надеюсь, что Боженька нас не оставит. А вы нас не оставите. Вы нам поможете справиться со всеми нашими несчастьями. Поэтому операция клёпы пока откладывается. Еще у нас Гришенька висит. Это уже будет в следующих роликах. Солома у нас не собрана, потому что там присылали на солому. Я собрала 14 с чем-то тысяч, а питание. Питание, ну, собаки не могут, сами понимаете, есть солома, да? Поэтому пока все, что потихонечку накопилось, идет на питание. Сейчас я обращаюсь к вам. Помогите нам. Помогите. Мы просто не справляемся. Мы просто... Я не знаю, у меня нет уже каких-то сил просить у вас. Просто очень много подписчиков, а помощи практически посылают только единицы. Я всегда задаюсь вопросом, зачем вы подписались на этот канал? Просто посмотреть? Не надо.
Я считаю, что это неправильно. Если я подписываюсь на какие-то соцсети, значит, я просматриваю, читаю, помогаю. А подписаться просто так и при этом не помогать приюту. Ну, я считаю, что, конечно, дело лично каждого, но... Ну, в общем, извините за сумбур, но две ночи действительно не сплю с ребенком, поэтому у меня большая просьба к вам. Помогите нам выжить. С большим уважением к вам, волонтеру бездомных животных и приюту «Твори добро», Наталья. Моя такая большая дружная семья. Сейчас экстренно обращаюсь к вам. Я экстренно выехала в клинику города Рязани. А если вы поможете мне всем миром спасти Лисоньку, этого ребенка солнечного, я оставлю себе, и это будет мой лучший подарок на день рождения. Спасибо вам огромное всем.